И это среднее, кстати. Я не представляю, что на жесткой там. Ну, мы, конечно, могли бы попробовать, но у нас все еще не открыто мета. Мы могли бы попробовать, блин, но мы же умные люди. Почему у меня не работает V-Sync? Почему у тебя работает, а у меня не работает? Нормально. Он просто вырубается, типа. О, кстати, тряска камеры надо вырубить посильнее. Вот здесь еще и фов можно увеличить. Да, фов, кстати, можно. Но это такое рыбье зрение. DLSS у меня работает. Balanced quality. Ну, quality попробую. Вроде игра не супер тяжелая. Что у меня по видюхе оно жрет? Эй, Дефлис, здорово. Ли, здорово, Соша. О, подключаешься? Ща, что, такой же, что ли? Не, другой. А давай. Скрытно. Скрытно? Да. Зачем? Не знаю, ладно, говори. Вдруг кому-то понравился, уже купили. Давай, 5-8-3. 2-4-8. Я забыл, еще раз. 5-8-3. Ага. 2-4-8. Окей. Не удалось найти сессию. Как не удалось? Еще лучше. Не. Может быть, это открытый матч? Нет. С кодом комнаты. 5-8-3-2-4-8. Да. Не удалось найти сессию. А статус авторизации у тебя авторизирован? Нет. А, авторизован, да. Хотя я не входил в Epic, но... Ну да, 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 да. Я как-нибудь создам, попробую. Что за игру, да? Давай. 230 лир за игру жаба дает. Ну да, 200 лир дороговато за такое. Но это же кооп, все же любят кооп в коопах. Вау, круто. Давай еще раз. 4-3-1. Угу. 7-14. Не удалось найти сессию. Давай в игру перезайду. Да, перезайду в игру. Эй, Посейдон, спасибо. Все привет, Тиана. Я заметил, что ты Резик 4 купил. Ты решил пройти его перед тем, как выйдет ремейк. Здорово, это не я решил, это Мерсер заказал его прохождение перед тем, как выйдет ремейк. Да, я буду проходить 4-й Резик сегодня вечером. Пятнадцать учениц должны подскользнуться на пролитом алкоголе. Что? Как это делать вообще? Кто такие учениц? Так, и еще раз пароль. 4-3-1. 7-14. Присоединяемся к игре. Все, отлично. О. Ну, это наверняка из-за тебя, кстати. У меня комп завис. Игра зависла. Из-за того, что я стоял на месте? Ну, да, наверное. Ты там, наверное, альтабаться пошел. Нет, я не альтабался, кстати. 17 монет меты, да. А я-то домой отправил, у меня 19 тысяч. Поделись, что ли. Сейчас как открою себе какую-нибудь оружечку интересную. Ага. Сколько? 10 тысяч за ружье, ё-моё. Понос. Ой, я даже не знаю, тут это такие интересные штуки издалека есть. Да-да, спасибо, что байтишь. А, кстати, Посейдон, через вообще говорю, спасибо. Пят, какую ручку хотите? Проходить четвертую только за линию или тоже потом за аду? Я без понятия, правда. Ну, ремейк, может быть, дважды пройду. Обычный вариант, ну, для начала мы сегодня 3 часа поиграем, а там посмотрим, может, полностью пройдем. Там у... Ружье? А там у Фастима заказ на... Много игр есть. Нет, это же в декабре на 100 тысяч, поэтому... Сейчас еще кольца посмотрю, то они же там прапали, мы же там проходили. Увеличивает скорость перезарядки рывка. Как же у меня
Без висинка все поломано. Ну, с висинком все не поломано. Блин, может все-таки 120 получится сделать. Тут, короче, есть странная тема. Позволяет проходить локации, не убивая первых двух боссов. Типа сразу с третьей начать? А, я не знаю точно. Попасть в квартал сокровищ в обход боссов Деймоса и Фобоса. Ну, да, типа, скорее всего, с третьей двух. Локи начать. Звучит круто. Для тех, кто хочет игру пройти просто. Но мы теряем прокачку за две локи, но... Нормальный план для долгих рогаликов. Иногда начинать с более крутых лок. Здесь можно упасть? Здесь можно упасть. Там можно упасть, да? Да. Буду знать. Все, я понимаю, что это не прохождение, но заказ есть заказ. Не, ну стиплоти. Я не знаю, сомнительная тема. Я не очень люблю стиплоти локации. Да, я тоже согласен, потому что ты чувствуешь себя неполноценным, потерявшим бонусы, прокачку, мету и так далее. Короче, и ты такой... И просто как-то, я не знаю, ну вот пройдешь ты и... Ну ты ж не прошел всю игру сначала. Ну да. Опять же, это если просто надоело, если игра очень долго. Сейчас грейдану колечко. Да-да, грейди, я подожду. Урон в ближнем бою, я же за дробашом. Да. А где читать лор? Кодекс. Мир. А, на эстейп. Еретики. Вы еретик и изгнанник, которому не удалось завершить при жизни орфические ритуалы. Теперь вы обречены привести остаток вечности в материальном теле. Вот так. Бери понос для второго акта. Не хочу! Я вот буду какие-то статуи убивать. Не знаю, что за статуи, правда. Все, я готов в целом. Мы переживаем мифические страдания бога-младенца Диониса. Мифические страдания — это похмелье после бурной попойки. Погоди. К нам зашел какой-то японец. Откуда он? Я не знаю. И он вышел. Пойдем быстрее. Пойдем. Алло. Как он это сделал вообще? Он рандомные цифры набрал? Может быть. 5 минут все мета. Да, вот острая игра зависла, и я вылетел из нее мгновенно. Может, все мету потратить? А она сохраняется, и потом потратить можно будет. Да. Ведь 50 врагов с близкого расстояния, застрелите 20 золотых лучниц, кто бы это ни был. Наверное, вот те, которые с пушками. Я побежал. А у тебя же опять меты нет, ты же опять с топором? Да. Ой, какая грусть. Да я переживу, чё-то. В какой стране ты живешь? Я переехал в Турцию. Зажег. Я хорошо потерял, я молодец. Ты молодец. Стоп, ты что, уже все зажег? Ну, типа. Это не так сильно мне нравится это оружие, как прошлое, если честно. Уже вот так вот сходу. Ой, а мне как не нравится. Оп. Так, пассивка на щит обязательно, иначе слишком сложно. Да, пассивка на щит супер нужна. Ну, немедленно перемещает ваши деньги домой. У меня тоже. Не, подожди-ка, вы теряете все текущие, однако позже получаете вдвое больше. Я пошел. Ну, у тебя имба. Да. Я беру. А я буду... Пинки наносит огромный урон. Правда, у меня пришли взрывающиеся кинжалы. Ну, ты проходи давай, у тебя мета открыта, а я буду больше донаки получать.
Их пинки ваншотают. Блин, реально неудобная ружка. Что-то мне не нравится. Я обычно люблю такие обрезы выбирать, но... Слабо, что ли? Если проходил 8, то 4 это его старый аналог, чисто это почти одно и то же. Так это не обрез, ничего не знаю, это обрез. Ну, длинный обрез. 8, это же разные игры. То, что они просто похожи будут. Так. Лабрис уже открыт. Погнали? Погнали. Так, мне скоро еду привезут, ладно, не прошлепьте. Окей, окей. 10-15. Придется АФКшить и умереть. Если че, я тебе даю барьеры и пытаюсь отбиться. Ага. А мне все равно оплачивать еще это. Сомневаюсь, что у тебя получится задефать. Что-то прям жестко это ружье, прям вот совсем только в миле бьет. Так, это что, взять факел? А, это метал. Сейчас освобождаю. Как его... А, да. Тут ногой его, ногой. У тебя же там суперсильная нога. Первый есть сразу, да? А, или нет еще? А, да что ж такое? Что я тычечки тебе получаю? Бесполезные. А вот привыкли с щитом играть в голову. Ага. Вот уже от Минотавра получил дамаг. О, черепаха. Все, я нашел. Вы получаете больше денег за выстрелы в голову. Мне отлично. Даже выпало. Да в смысле? Отвратительное оружие. Я больше когда его не возьму. Вот послушал чат просто, говорят, чат бери, говорят. Mm-hmm. Я думал, это ты бежишь. А, сейчас бы самому в шипы прыгать. Спасибо большое, слевший, за ресапчик. Спасибо. 44 месяц. И нет, в Shotgun King я не играю, не собираюсь, не хочу. Пожалуйста, не спрашивайте меня больше про Shotgun King. Я еще верну. Тян. Так, а где мое построение черепаха? В смысле, не отходи от меня. У меня его нет, так что... У меня есть. Стой рядом. Оно, кстати, на табе светится каким-то зелененьким. Может, это более редкое? Или может, может. Потому что коопное? О, все. Ну, кстати, пока я бегал в одного, она не выпадала. Но я готов в целом. Ага, я понял, Посейдон. Ну окей. Ну погнали. Вернитесь, пусть Тиан купит автомат. Ну, кстати. Ну, кстати. Блин, у меня сейчас двойной лут.
ХЗ. Может, наоборот, подфармить побольше. После этой оси. Может быть. После босса тогда уж. Ну, хотя хватит тебе только на револьвер. У меня 1400 сейчас. На револьвер. В смысле, а сколько автомат стоит? Что меня моб заблочил? В прыжке прям. Освободить жриц из гробниц. Я побуждаю жриц. А она красивая, ты не видел? Буба будет? Ну, не очень. Такая же, как та в этом? Да. Такая нам не надо. Мне как я слышу, Лайзер, ты чего? Я тоже самое говорю. Вот по спинам классно стрелять сюда оружие. А вот вперед что-то щиты все блочат. И демона сила. А блин, я же могу такого нажать, чтобы пробудить. Разве? А, да нет, еще защита еще. Ты просто очень узенькая, так сказать. Ну да, жриц, конечно. Не фонтан, да? Да, я бы такую спасать не стал. А что это? А, еще одну сверху. Какие же пососные ножи без взрыва. Лучше дробовик на моей памяти. Так что ты не сменил-то? Да я квест хочу сделать. Так, а вот ты меня задумаешь. Блин, лазеры дурацкие демоны. На пробивание, ну тогда бы скибов бы хорошо. Щипательные ножи немедленно перемещают все ваши деньги. После рывка обычная атака наносит больше урона или отбрасывающий рывок. Прикольно. Отбрасывающий рывок себе возьму. Странно, что просто. Я видел двуручный, да, Тостер тоже сказал, почему он вообще одноручный. Не проживу, походу. С черепахи? Хороший забег, конечно, еще имба, то, что нам обоим выпало. Просто.
Окей. Ну вот теперь тебе хватит на пулемет. А что без мультитрансляции? Да это вообще супер спонтанный кооп. Прям максимально спонтанный. И да, мультитрансляция слишком сложно для меня с Морка. Ну, я, конечно, могу попробовать, но... Да и вообще, зачем оно надо? Так, сейчас минутку. Че, 4200, автомат могу купить, да? Можешь, да. Ну че, вернемся? Пойдем домой, я тогда оружку себе поменяю. Да, давай, хорошо. Поехали. Блин, жаль, не добил, метнув кинжал, 10 мобов. Игра в духе Зиккурат. Зиккурат коопный? По-моему, нет. Вообще чем-то похоже, но нет, не то все-таки. Я даже не знаю, с чем сравнить, если честно. Ты мне советуешь Саракос, да, за 3800? Да, вот он балдежный. Хорошо, берем. Добавить снаряжение. Короны какие-то, но я уже ничего не куплю. А, нет, что-то куплю у вас, может быть. А, стекло, да, спасибо, самую лучшую продают. Милишку, что ли, взять? Что значит метать кинжалы автоматически, типа... Я не знаю, но звучит прикольно. Может быть, во время выстрелов можно, или ударов. Звучит, да, прикольно. Банки. Мне нужна банка. Блокирует дальние атаки, щит. Это раз за миссию можно, или как? А, кого? Банку юзать, вот, которую ты щит юзаешь. Ты, короче, юзаешь, и... Она как расходник с мобов выбивается. А взрывная тебе не очень понравилась? Такое себе. Ну да, щит поприкольнее звучит. Я вот корону купил, дуга. И вот она очень классная. Она, ну, она на самом деле очень помогает. Такое нету. А на какую кнопку использовать банки? На Q. На Q, окей. Пау, прыл. Блин, не хочу использовать клинок поноса для того, чтобы убивать Орфидий. Я, короче, возьму милишку. Хотя тут написано метательное копье, но я вообще не уверен, что это кольцо милишка. Тоже можно улучшить и получить плюс 2 хп за 700. Да, кольцо тоже можно апать. Ну, ясно. Либо бори потом. Потом, Альтири. Автомат. Хорошо, убейте один за другим трех врагов. 25 бессмертных, окей. Все, надо тащить. Блин, как же... Кстати, 120 FPS, наконец-то. Винтовка круто выглядит. Вертикалка не включена. Да ты издеваешься. И чтоб было хорошо, я куплю, чтоб было. Если чё, мы поменяем прям в забеде. Разобраться с этой игрой и ее FPS-ами, они очень странные. Пошли? Да, погнали. Чекай, еще еда приедет через 5 минут. На самом таком моменте. Да. Ну не хочу. Так, понев. Сколько патронов? Вообще не вижу. Сколько патронов в пушке? А черт его знает. Там нигде не показано, сколько там патронов. Ясно. Как будет перезаряжаться, так и пойдет. Какие-то очень странные копии. А, ты копье купил? Метательное, что ли? Да. Оно метается довольно медленно. Опа, мне черепах сразу выпало.
круто. А мне вампирка сразу выпала, что тоже в целом прикольно. У меня, кстати, откуда-то есть одна единичка брони. Что? Я вроде ничего не брал, что дает броню. Про меня винтовку на копии. Что за... У меня все еще ножами надо убивать. Вдали. Что из этого вдали, правда? Как же ими сложно попасть. Они заряжаются, может, как-нибудь, нет? Они еще не ваншотают. Они не ваншотают и кидаются довольно медленно. Yeah. Чел, ну помри от кинжала. Бейте 25. Я вот его и пытался убить. В воздухе. Стой на месте, кстати, прицел немножко. Улучшается, типа. Жесть, он повис. Я на самом деле тут стою, просто жду, потому что думаю, что еда скоро приедет. Забрать. И квест с кинжалами по чуть дело. Ты теперь амазонка. Да? Амазонка с копьем везде с Диабло. Ну хоть не из суперфьюза. Какие нибудь амазонка из суперфьюза. Звучит ужасно. Блин, еда, ну что ж ты, ну. Ну бро, ну турецкий бро, ну привези. Мучкетбокс какой-то странный, что это? Любимки нет. Я не знаю, что осталось. Слушай, тебе нормально прожил. Почему у тебя донаки так сильнее летит? У тебя точно нет пассивки на количество монет? Есть. Понятно. На 40% кольцо. О, я могу здесь теперь выбрать топор, барьерный щит, который я ни разу так не видел. Слушай, ты видишь копья, которые я втыкаю в землю? Да, вижу. А теперь посмотри на этот хитбокс. Вот, видишь стенку? Что? Да. Я не знаю, Ян. Я тоже жду. Что с ним? Здесь игрок. Здесь игрок. Вау. Два капитана, очевидность. Пришли выполнять какие-то ритуалы с ебаками. Ладно, погнали. Точно? Да, давай. Если что, будешь меня девать своими говнокопиями. Ну, я попытаюсь, но копиями я не уверен. Для PvP... Ой, Фатил, нет! Я хочу Фатил. Вот ты с милишкой, ты и будешь брать. Я, кстати, не очень меткий с автомата пока что. А у него, говорю, разброс довольно большой, зато у него урон такой прям... Да, сочный. Хороший. Значит, туда бежим? Ты все еще помнишь про шипы? Да, шипы у меня... А. А, эти. Да, на рейндж с него стрелять. Чё, ты взял факел? Да. Да, факел это лучше, если честно.
Так, все, надо бежать. Стоп, а... Не, плохо. А когда дверь-то откроется? Ну, когда убьем какой-то... Когда убьем мобов. Понял. Факел. Не забудь зажечь. Мне пока как-то даже привычнее в эту игру с милишкой было играть, если честно. Ну так правильно, ты первый раз взял в руки, так сказать. Я вот сейчас с милишкой иду, и мне как-то, ну вот, супер неудобно на самом деле. Ну чё, поначалу ты с топора, кстати, впереди был. Mm-hmm. А вот потом, когда уже мобы более сильные... Ding. Один должен брать Zoom. Файт. Почему не все файт уберут? Не, ну может быть всем можно, я не знаю. Я просто не стал, мне лень было. Блин, 4 бессмертных еще издалека надо убить. Ну вот и все, да? Это как Dark and Darker? Ну нет, но похоже. Враждебные бессмертные имеют при себе полные комплекты брони для одной цели. Выживание дает плюс 3 к бронебойности пуль, выжившие. Вот что? Ну это чтоб взял ты, а страдал я. Давай возьмем. У меня остальное говно, демонические кинжалы и перевод средств, я не буду это делать. У меня-то бронебойности, скорее всего, не дадут. Стучат? Блин, еда. Еда? Да, все, я дефаться. Давай. Ого, я фуловый. Ну, у меня один хп потерялось всего лишь. Да, ну, да, приятного. Я очень старался. Ага, ты красавчик. А я старался побыстрее. Боже, я ни хрена не вижу в игре сейчас. Надо балкон закрыть. А как связан балкон? Свет светит очень ярко и неприятно. Я понял. Как тебе бронированные враги все? Круто? Вообще балдеж. По 3 копья на одного врага. Так я не понял, а чё бронебойность получил только я? Ну походу да. Да, зато теперь я тоже смогу брать. Ну да, возьмешь потом и будем. Будешь тоже сильным. Не таким сильным, как я, конечно. Ведь я взял первее. Они еще уворачиваются так от копий. Да это всего уворачиваются на самом деле. Ау, копьё. Кинжал в лицо прилетел. Все, пойдем отсюда. Так, сейчас я закрою тут все. Смотри.
коопов есть один огромный минус. Когда есть-то? Никогда. Никогда, клёво. Кто вообще ест на стримах? Ну, тот, кто стримит по 12 часов. Ну, я вот стримлю по 8. Я никогда не ем на стримах. Жёсткий ты. Я не ем, причем перед стримами, потому что по здоровью не могу. Жесть. Так, ладно. Я вот терплю до конца. Ну что, погнали дальше? Погнали. Оперти не могу, ребят, показать, потому что ну нигде не показывается. Нет, на таб можно сверху справа написано они. Только... Не, ну... вот перк оружия именно. Ну все, теперь ты тащи, а я балластом буду. Так. О, нам вниз. В смысле? Да, ё-мо, я вниз. Давай. Мне надо к тебе прыгать, или ты не, сам придешь? Выдай. Отлично. Я больше тебя обогнал. Угу. А может так даже короче, прыгать сразу сверху вниз, чтобы подняться? Может быть. Корялочек все-таки. Это если ты захочешь спидранить за час 15. Ура, я сделал наконец-то задание с убивать ножами вдалеке. Все, можно просто стрелять автоматом. У меня убить 25 врагов в воздухе, это просто капец. Что? Можно попробовать, сейчас я АВК. Весело, да? Да, вообще. Баночки, расходнички раскидываешь. Все, пойдем. Прыгай, целься, метай. Так и делаю. Есть прыгай, 8 целись. Часов и говорить про здоровье, там с таким здоровьем хранить дальше. Тостер, живи там. Я живу. Реально, не есть по 8 часов грустно. Вообще, да. Да, я ем один раз в день уже года 4. Чё, в чате напоминали, что надо беречь свои аккаунты. Двухфакторными авторизациями. Это важно, да. Топ потерял. Слушай, я вот не заметил бронебойности, что какая-то там добавилась. А я вот очень заметил. Нет, я заметил, что у врагов появилась броня, я не заметил, что... А, ты своей? Да. Как-то вот непонятно. Ну, некогда. Но он будет холодный и невкусный. Я понимаю. А что там такое? Там у меня еда. О, не, терять все. Нет, давайте лучше вот это возьмем. Бешенство. Я сейчас как на стриме покажу. Ух. Ух. Ну слушай, если тебе там надо поесть или все такое, мы можем прерваться, может. Потом ну давай после Локи я буквально пару минуточек хотя бы съем. Ну давай. Так, мне стрельба по мишеням пришла. Да. Выглядит отлично. В голову буду больше донайки получать. Количество призываемых врагов, а, да. Нет, все, я нажал, готовься. Это если я буду в голову убивать.
это не факт. Мне кажется, мое копье, кроме как в голову, вообще не убивает. Самое хреновое даже не в том, что как бы, ну, надо поесть, я мог бы отложить на попозже. Хреновое то, что у нас микрухи нет, чтобы погреть еду. Чтобы поесть попозже. Она будет не очень вкусной. Надо будет себе отомстить и тоже встать на краешке. Какой же дурацкий квест, на что убивает. Это отвратительно. Дзинь. О, ты иди заходи пока. Да я должен поскорее. В смысле, мне тоже врагов можно поубивать пока. Я с этого хиляюсь. А, ты с этого хиляешься? Да, у меня каждый 25 киллов. А, или ты мне предлагаешь поесть, пока ты будешь выполнять да. квест. Все, я ушел. Я здесь рядышком постою за стенкой. Только у тебя 120 секунд, лол. А почему раньше этого не было? Не, было, у меня вроде тоже появлялось. Я обычно первый заходил. У меня рейд. Ой, рейд. Привет, Лори Фит. Здорово. Dark Rock Pro, приветствую. Ну как там твой квест? Все, все сделал. А, в смысле? Да, перчики точно не нужны. Салатик опять холодный. Мари, привет. Че, меня за АФК кикнет, короче. Нажимай там раз в минуту, чуть-чуть в сторону. Ага, угу. Это я тут прочитал, что в Инкбаунде есть кик за АФК, в том числе, когда ты в соло играешь. Это, конечно, супер альфа-версия. Зачем? Ранее. Зачем? А, ну так вот. Не потому что игра в основном мультиплеерная. Кому нужны эти типа, чтобы, ФК, типа чтобы серваки не нагружать. Но для рогалика это полная жесть. А здесь просто может вытянуть. Ну да. Пользуясь случаем, передаю привет зрителям Тивана и зову к нам... Ой, Иван, что за переманивание? Подожди, это ты только что сказал. Звучало так, как будто это ты моих зрителей к себе на стрим звал.
Не, ну мы тут так-то главные конкуренты всего Твича, меряемся своими миллионными онлайнами. Да. Что, если я туда тяну, они все равно... Они все равно снизу вылезают, чат. Копия все равно вылезает снизу, даже если ты кидаешь в потолок. Почему? Все, 30 секундочек, и я готов. Окей. Че, берем назад дробаш? А то это совсем плохо. Ну давайте пока дробаш возьмем назад. Ну, прикольный. 12 стволов. Я выключил. Да ладно. У тостера? В смысле, меня слышно было? Нет? Нет, не было. Я вроде выключал микрофон, чтобы... Ян сказал, я сморкнулся в микрофон. В смысле? Да не должен был. Да, ну бывает, простите, чат. Я тоже человек. Стоп, а чё, меня все еще слышно? Раз, два, три. Раз, два. Чего? Так, а стоп. Микрофон mute all. У меня, походу, что-то поломано было. А? Ладно, вот. Теперь у меня все выключается. Это просто очень странно. Что-то у тебя там весь день что-то не работает. Ага, я понял. У меня, короче, на двух каналах не может быть voice микрофона в разные места, походу. Твой чат. А это mute all. В смысле, я серьезно не могу так настроить? Я не могу. Смотрите, какой разброс. Блин, я раньше был уверен, что это так работает. Жесть. 2 метра уже не попадает вообще. Нет. Я сейчас не буду, я потом. Я обожрался. Блин, серьезно? Что тогда voice chat? Да, ну скорее как ближний бой. Ну и в ближнем бою проще взять меч. Сморканулся. Надо было тоже пойти поесть. Что-нибудь ага. Взять. Так, все, ты же не ешь. Ну, ты так ты ешь, а я чё? Короче, моя крутая механика, когда я могу выключить микрофон тебе чисто в Дискорд и разговаривать со стримом, она ломает полное отключение микрофона. Понимаю. Что не очень круто. Понимаю, но не слишком. У меня все еще есть кнопка выключения микрофона, так что... Ну ладно. Все, погнали. Тащи. Ну, готов? Да. Все, поехали. Что за бюка у ДВК? Она не открыта пока. Нужно застрелить 20 золотых лучниц. Какие из лучниц золотые?
Да, я думаю, в следующие локи будут. Ну, которые, которая как кузница была. Нам еще гладиатора убивать. Ой, я камеру не включу, а сейчас включу. Не, ну были бы еще боссы разные. Ну да. Как в Астрала Сенте. Каждый локи по три босса. Да, да. Мне кипится, конечно, все-таки 50-ка почему-то. Ты во сколько FPS играешь? Я 70. Не, у меня там была сотня, но она тоже типа падает, полагаю. Да у меня шум, монитор 75 держит максимум. Вроде бы босс все. А че он не дохнет-то? Все отлично. Было супер легко. Я что-то поменял копья на дробаш. И уже не уверен, правильно ли я выбор сделал. Да, музон прикольный. Музон топовый. У меня, короче, вертикалка, если я нажимаю, она полностью ограничивает FPS до 60, несмотря на то, что на мониторе у меня 120 стоит. Игра очень странно сделана. Ну там вот этот вот бегунок. Да. На ограничение FPS он, походу, просто не работает. Да вот хрен его знает. А без вертикалки, блин, жутко. Ой, я тут секрет нашел. О, вот секрет нашел. Вот. Стоп, ты где там нашел? Сейчас иди сюда. Игра выглядит как чей-то диплом. Да не, игра, блин, нормально. Здесь. А, так это я брал. Теперь показывай, где я еще нашел. В таком же закутке, прям точно таком же. Только с другой стороны. Да, этот я не брал. Катарау! А, это его зеркало. Так, щит, пожалуйста, черепаху. Нет. О, бронебойность. Теперь я возьму бронебойность. Стоп. Нет, это другая тема. Снаряд становится бронебойным, и одна пуля может поразить двух врагов. А, это, ну друга... это насквозь пробивать. Это другая штука, да. Кстати, а ты яд пробовал, я... тебе понравилось? Да, яд мне понравился. Ну тогда я яд возьму. В чем смысл игры? Рогалик, мы проходим, идем вперед, убиваем боссов, набираем карточки, открываем себе пушки новые. Вот. Яд особо незаметно, но когда ты бьешь кого-нибудь ногой, потом идешь, а он умирает, это прикольно. Ок. Я что-то подвисло. Блин, я взял банку селитры случайно. Не выпало осколочек. А ты можешь поменять только на рандомное оружие, что ли? Да, на рандомное. У меня там всегда топор. Но я все равно не знаю, зачем эта смена. Чтобы другие задания выполнять. Такое. Например, сюда, да, взять осколок и поубивать этих. То, что ты и сказал. У тебя, кстати, нет брони. Да, кстати. О, нет. Найдите нет, бревна и положите их на змею. Я спасаю. Чего? Я не знаю, как... Я с бревном. Так, не понимаю, эта штука... А, вот, подожгла, наконец. Что такое? Ты еще дальше побежал? А, вот змея гигантская, понял. Бля, она плюется, типа? Да, она плюется. Да, она плюется.
Я вообще не знаю, куда. Видимо, нам нужно еще бревна искать. Да, и они, походу, внизу там где-то сзади были. Ну, может, тут был еще. Это же лабиринт. Не, ну, судя по стрелочкам... Да, походу, не назад. Ну, может, здесь все-таки... Ну, нет, тут, видимо, будет выход в конце. А-а-а. Надо про ногу не забывать. Нога тут. Почему змею надо положить бревна? Что это реально за странно? А, их нужно просто потаскать, короче. Мне взять, не? Я не знаю, сколько их надо. Много, наверное. Да, еще надо. Иди тоже бери. Да, в смысле, это палка, а не бревно. Кто умудрился это назвать бревнами? Стандартное бревно редкого минотавра. Найдите факел. Хватил явно не тут. Да. Мне кажется, что он тоже сзади, скорее всего. Думаешь, а мне кажется, ты не... Хотя, фиг его знаешь. Хочешь разбежаться со своей черепахой? Нет, не хочу, я тут тебя. Ну, смотри, я жду там, где были бревна. Я бегу, пытаюсь. Думаете, вот эти статуи надо... О, да, мне вот эти статуи надо ломать по квесту. О, а кем? Молодец. Чем? Да, у меня квест вот эти есть. Статуи ломать. У меня все квесты завершены сейчас. А чё, центрально... А чё появилось? А, он появился лазер, и чё, он как-то говно. Да господи, какой факел теперь. А часто можно на лазер переключаться? А, какого угодно. Да? Да, он как пылесос, он на пылесос похож. А так вон статуя, чё ты сломал-то? А, сломал. Не смог. Они для каждого свои. Ладно, видимо. Понял. Че, Миш, мы тут пройдем? Что? Забывай про ногу. Какой яд? А я не знаю, в какой. Лазер, конечно, очень странный. Вот лазер точно выглядит как дипломная работа. Давай, поджигай. Я поджег. Какой отстой этот ваш факел? Заберите его себе, пожалуйста. Активируйте следующего жреца. Питательный кинжал с огнем. Терять все золото, но потом получать вдвое больше. Здесь пушки называются боесферами, потому что у меня перезарядка. А, да, боесфера — это перезарядка. Все, отлично. Супер круто. Вот так. Нормально, может, это смысла нет. Тем больше за выстрелил в голову. Стрельба шата в голову точно попаду. Ау! Ох, какая крутая перезарядка. Все, кинжалы вообще не нужны. Просто спам автоматом. Да, вот это перезарядку взял, прям хорошо пошло. Вообще супер. А, я не уверен, что. Да, походу нам другую. Дурак,
Ну, как будто даже стрелять начал быстрее. Слушай, он начинает быстрее стрелять, когда я убиваю несколько врагов, что ли? Да, нет, нам все-таки было в ту сторону. Так мы там не можем пройти, там мост закрыт. Так он перепрыгнул просто. Думаешь? В прошлый раз мы мост опускали. Не, мы сначала перепрыгивали, а потом мост опускали. Ты, видимо, пилку пассивную у пулемета открыл. Да, а, вот. Да, пассивная была у меня. Это вообще дичь просто. С учетом быстрой перезарядки. Вот там, где будут зрители, там по зрителям постреляешь и сразу скорость. Угу. Да. И что здесь? Ничего. Я не знаю, что здесь, но мне не нравится. Не, место удобное. Во, можно вот сюда. Во, вот сюда надо пойти. Здесь теперь там проход есть. Да. Раньше вроде не было, а теперь есть. Ну, ты сюда мы все-таки не ходили. Видишь, все-таки небольшая генерация есть, помимо того, что миссии рандомятся. Да, и они как бы рандомятся и... Ну, наверное, вниз. Ну, я с тобой. Я уже вообще ничего не понимаю. Лабиринт, лабиринт, был хоть раз в лабиринте? Вот подъем есть. Подъем наверх. У меня друг до коронавируса занимался в Москве созданием лабиринтов чистых, вот, в которых темных, и тех, в которых надо ходить, решать головоломки. Там аниматоры ходили, людей пугали. Но потом с ковидом это все умерло, конечно. Сейчас бы до людей и предметов дотрагиваться в 2021 году. Чихать им в лицо. Социализация. Мне кажется, игру надо чуть потише сделать, то возможно тост. О, смотрите, здесь барей есть. Можем барей взять. Жесть, насколько тебе он больше да, не стрелял. Да, автомат, и денег все равно меньше. Давайте попробуем барей. Нет, я капнул айранчиком. Это прям реально ружье. Ну, ты как будто в Хан Шоудаун пришел поиграть. Да-да-да. Ну что, идем? Видит. Ща-ща. А, что же жесткий квест какой-то. На самом деле выглядит как Godfall, только чуть похуже. Я про Godfall все, что я слышал, это то, что я помню, я его вроде бы ждал, но потом он вышел, я посмотрел у какого-то рандомного стримера, он был таким поносом. А я хотя бы рогалик, про Godfall пока рогалик. Что ничего не слышал. Это какая-то... Я слышу впервые. Ну, значит, да. А, боссы. Что там за квесты? Да, убить 30 врагов с прицеливания. И 20 раз убить одним выстрелом двоих. Как-нибудь само сделается. Видишь, их специально 4, чтобы 4 игрока да. собрали эти штуки. Блин, 4 здесь, наверное, вообще... Покатушки. Да, покатушки. Тебе закружилась голова? У меня да. Ты что, никогда на такой в детстве не кружился? Вообще очень много и сильно кружился. О, я секрет нашел. В смысле? Тут какое-то оружие. Или корона, это корона, походу. Кого? Видишь, играл бы один, никак в жизни. Балдеж. Видно прицеливание? Ну-ка. Неа. Абсолютно нет. А. Там ничего нет? Что там, что там нет. Рогалик? Ну, мы с Тяном в коопе играем. Да, из него какие-то штуки вылетают. Не стреляешь. В прошлый раз это было? А, я не помню. Мы в прошлый раз его убили так быстро. Ну да.
какой смысл кидать кинжал, если автомат очень сильный? Я такое чувство, что я его не дамажу. Будто у него спина защищенная. Но это не точно. Ты ему сел. На ногой. Ля, тут можно квест повыполнять. Двоих одним выстрелом. У тебя такой квест, да? Ага. Делай. Да-да-да, чат, уже делаем. У меня тут заставка, он как-то их там стреляет. Не, в смысле, это ты их стреляешь. Я ничего, думал, у меня тоже заставка была, нет. У тебя какая-то пассивка, я не знаю. А, так прекрати, боже, больно же. Бля, еще че я могу она так вкусно. Какие звуки у нее клевые. Да, да, там звук как будто стекло сыпется. Ну, умер. Как же это легко. Квест поделал. Все, в следующий раз мы играем на высокой. На максимальной, вернее. Нифига. Понимаю. Какой же странный лазер. Все таких пушка перегревается такой. Ну все, здесь они закончились. Я бы сказал тебе, что мне дали за квест. Гаусс винтов. Мне просто на ружье прикрутили прицел снайперсти. Yes. Я, честно говоря, в этой игре не очень вижу в нем смысла. Да, не абсолютно некогда, враги всегда почти близко. Хотя он в следующих локах будет, типа. Вот там, где была эта литейная. Сейчас нам карту дадут, кстати. О, в прыжке весело. О, черепаха. Все, мы выиграли. Пните врага, чтобы ваша следующая атака нанесла двойной урон. Пойдет. Для винтовки? Мне больше понравилось после рывка двойной урон. У меня не видел такого. Я вот если у вас много хочу... донаки, но мало здоровья, вернитесь в пантеон. No. Я все хочу прохил за 25 мобов, а мне его не дают. Ты зачем его забрал? Вот так вот. Чтобы тащить. Пока ты будешь умирать. Ну как без потери, Альтири? Конечно, нам вправо, да? Надо было. Да, наверное. Вроде бы та же штука. Кстати, тут же прокачка есть. Ой, ё-моё, топор. Вот мне кажется, что вот это вот должна быть твоя золотой стрелок или как ее там. Может быть. Вполне. Что-то они там говорят супер тихо. Они супер тихо говорят, и вообще нет времени читать эти субтитры. Да, да, да. Причем их нет времени читать, даже если ты ничего не делаешь. Капец. Ну и ручка. У меня урона по ним нету. Пулемет лучший. Мы доблестно сражались, сиритики, но это всего лишь. Я не успел прочитать.
Слушай, как будто они тоже в броне бегают, это точно. Может быть, кстати. Не знаю, лазер иногда так весело нажать. Он заряжается так долго, он будет... свою черепаху не включу. Тлёп человечный, ты заряжается 30 лет. Ну да. Ау, попьё в лицо. В смысле? Да, как будто с них реально куски брони сыпятся. Видимо, зря эту штуку брал. Я тоже черепаху взял. Это торс. По ногам стреляй, по ногам. Мне кажется, он как-то бежит, будто ему плохо. Да. Грустно. Будто у него нога хромает. Да-да-да. Яды становятся бронебойными, одна пуля может поразить двух врагов, но она же и так может. Вот мне бы не помешало. Рывок сбивает с ног ближайших врагов, звучит круто. Может еще тебя сбивать? Или 12 тысяч домой отправить. Блин, 12 тысяч домой отправить звучит хорошо. Угу. Вот бы мне пришло. Го в ДБД. Тостер. А, в ДБД? Ага. Это в чате пишет. Так мы это же вчера играли, хватит уже. Ну да, наигрались. Сколько можно в ДБД играть? Согласен. Снайперский прицел с огромным зумом. Как вообще с этого стрелять? Я и так в играх снайперки не перевариваю. Ну, это же не говоришь снайперка. Для каких-то сверхразумов пушки. Хорошо знать, куда нам бежать, да? Что-то врагов нет. Тебе показалось. Вчера было ДБД. Да, вчера было ДБД. Я не могу скрывать улыбку, когда говорю об этом. Я был так счастлив поиграть. Давай каждый день, давай каждый день коопить в ДБД. Давай. Вне стрима. На вторых аккаунтах, чтобы никто не узнал. Да, 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 давай. Так мы же так и делаем, в принципе. Да. Мне, считай, белку дали, а я не могу понять, что она делает. Чё-то там вот драконьем черепе ничего не надо. Жаль. Да я вообще не понимаю, что я белку делаю. На стриме вчера играли? Да. Да. На втором. Угу. И на третьем. О, мы добрались до конца, похоже. Надо бы наверх подняться. Жуть, такие бронированные все. Чего? У Чего просто на спине щит висит, я с двух выстрелов его пробить не смог. Они на самом деле в миле даже более опасные, чем Фрэнджи, по-моему. Эй, чё? Во-во-во-во-во. Подходи ко мне. Я тебя знаю. Чат, я вообще не знаю, что билка дает. Блять, Ян, как игра, советовал бы к покупке для коопчика с другом. Слушай, ну вот если вообще не во что играть, да, если еще не пройдены все коопные игры в мире. Ладно, процентов 50 коопных игр в мире. В целом неплохо играется, ну весело. Ну мы еще даже ни разу не прошли ее, что удивительно. Да, это рогалик. Рогалики обычно проходят с первого раза. Если они не вылетают особенно. Да, если особенно они не вылетают. Это правда. Давай мне накопим щит. Блин, ну вот смотрите, мы прокачали снайперку, и тут лежит пулемет. Я что-то как-то смотрю на этот пулемет, он такой красивый. Хочешь покажу, как он стреляет, смотри.
Почему лазер такой кринжовый? Ну-ка, погоди, постреляй еще раз с лазера. Лазер вылетает из тебя, он не из дула вылетает, да? Короче, он где-то из прицела вылетает. Блин, мне черепаха не хочет щит давать, раньше быстрее накапливал его. Ладно, я побегаю еще со снайперкой. Нам сейчас на следующей локе, кстати, может пригодиться снайперка. Я, пожалуй, направлю свой луч в гигантскую в***ину. Там не убьешь ту... Ну, ты понял, кого. Надеюсь, нет. Надеюсь, я нам игру не убью. Блин, у меня реально щит не приходит. Странно. Что-то не работает. О, погнали. Сколько у тебя хил есть? Ну, хила. Вон, на тебе снайпер. Так, нам может сразу... Давай сразу налево, да? Мы же здесь всё пооткрывали тогда. О! Повернулся такой. Привет. Так, а нам точно вот сюда? А, вроде бы. Блин, я не уверен. Ну, кстати, здесь снайперка как-то вот... Может быть, да. Ну да, лок так-то... Снайпер, тебе еще в голову надо стрелять, это такое. Всем надо в голову стрелять. Нет, не надо. А, предметы, которые вылетают, это типа восстановление расходника, да? Ага. Как же он взрывается. Вот, ты уже туда убежал. Ну, снайперка супер слабенькая. Это, конечно, не супер фиговая копия, но все равно слабовато. В смысле? Класс, минус хп. Что такое? Да я упал, и меня хрен знает куда вернуло. Походу, в самое начало. Что, серьезно? Да. Живи там. Это меня не радует. Щит поставь себе, что ли. Меня просто эта прыгательная прыжковая платформа откинула очень слабо, очень плохо. У меня враги не спавнятся, что самое. А, хорошо тебе. Да нет, плохо. Лучше бы спавнились, мне хиляться надо. И не нужно хиляться, если тебя никто не бьет. Опять вытянул Тиана. Возможно, кстати. Я не удивлюсь. Ну не зря же я во все игры соло играю. Все, я близко. О, ачивку какую-то дали. Выкинуть Тиана. Ну, сборщик мусора вообще-то, но... Я ни при чем, это он сам. Так, давай, твой щит первый. И нажимай. А, его еще защищать надо. Да, я его защищу. Да она и ваншотит. Набивает с двух ударов, как правило. Ну ваншотит, но не всегда. На, даже щит. Еще один. О, наконец-то броня прокнула. Все, дальше бежим. Да, там. Вот я сейчас прицел ему стрельнул, ему хоть бы что вообще. Лев, вчетвером вообще, наверное, только в щитах можно стоять. Ну да, КД, наверное, не заканчивается у щитов.
А здесь же еще один. Заряжается еще 3 года, блин. Не, я наконец похилился. Я как-то странно его поставил. Работает, ладно. Ваншотает с двух ударов. Ну вот с двух ударов, да, ваншотает. Тушотает, получается. Нет, ваншотает. Тут тухедает. На тухедает. У него вот перк на перезарядочку. Чё, где он? Еще у меня счет FPS тоже просел. Не, у меня вроде бы 60 плюс-минус стабильно, как будто там пятерку иногда немножко теряет, но такое. Так, щит закончился. Вот еще один. Щиты просто бесконечные. Вот тебе расходник, плюс щит, да? Ой, нам двигаться надо. Не, ну смотри. Игра, в которой ты тратишь расходники, это что-то значит. Ну да, если приходится их тратить, это... Сейчас пнуть что-то надо, да, было. Да, сейчас пнуть надо будет, я пну, не переживай. Гигантский камень сейчас должен вырасти. Он растет. Пните форму. Пните форму. Да, и... А, слушай, она красивая стала, оказывается. А, ее еще донести, да, точно, я забыл. Ей можно драться? Да, ей можно удары делать. Можно, да? Да, но... Статы. Ну, кстати, она как будто пинком отталкивает. Как будто у нее даже урон есть. И на тауэр ставил. И ногой можно бить. Есть. Первая пуля с каждого магазина в два раза больше урона. Блин, а может быть? Так, а у меня теперь пули пробивают врагов, я пошел. Чего? У меня тут, короче, 60% шанс проигнорировать любой урон огнем. Что? Ну это типа в лаве стоишь, когда или что не такое. Враги вроде нас пока огнем особо не били. Вот такое тогда. Ну пусть будет первая пуля из магазина. Перезаряжаться, конечно, после каждого выстрела не буду. Бронебойный взял. Так, нам здесь где-то выход прям был, да? Прям тут. Да. Потом мы в прошлый раз заплутали. Чем взорвется? Ты уже пробежал? Да. Блин. Че, погнали? Да. Затолкал моба туда. Музыка добавляет не, больше автомат, конечно, очень сильный, да. Вот ты не чувствуешь сейчас, будто в серии Асэма какого-то играешь? Есть чуть-чуть, да. Блин, моб, ты чё? Где он заспавнил? Да. Они, видимо, специально спавнятся только рядом с нами, и даже если мы в воздухе. Так, я хочу лазером. Ну, попробуй, он все равно не дамажит. Я кого-то убил. Хотя, может, убил ты, я просто засаппортил. Там тоже звук производится.
Финанс со статуей в руках звучит супер странно, да. GG. Игра, только не сломайся из-за того, что я лазил. Да, игра, только не сломайся, пожалуйста. Мы еще следующий лук как раз не видели. Блин, сломался у меня лазер теперь. Я реально лазер сломал. Это как? Короче, все нормально. Перед тем, как войти в комнату, я включил лазер, он начал трястись, экран же весь трясется, когда лазер работает. Он продолжит трястись? Да. Кстати, я неплохо наубивал-то. Да, ты со своей снайпой так ты убиваешь реально круто, еще и в голову все. У тебя там сам наводка в голову, что ли? Нет, нету. Просто автомат в голову не убивает, понятно. Блин, я не успел. Лазер. Победите Какуса. А ты не видел, да, этого в прошлый раз? Нет. Мы зашли, потекали над этим, победите Какуса. Ясно, он там штук забыл. Сказали, что это карма от Какуса. Что все зависло. Ясно. То есть не стоило над ним смеяться сейчас, да? Да, Какус ультанул. Так, а нам походу тут спрыгивать, да? Да. Понимаешь? А, да, похоже. А вот и огонь, видишь? И я сразу в огнемет просто. Моментально. А, я тебя предупреждал. Балдёж. Блин, что-то блюдхел немножечко. Ебри, что? А, это вторая фаза. Вторая фаза, мы его слишком быстро убиваем. Здесь надо эту штуку разбить. Новая пушка. Миниган или ракетница, не знаю. Византийская пушка. Это что, миниган? Ну, видимо, его... Не, я думаю, это его ракетница. Я чуть не сдох. Видел, как он красиво распылился? У меня фул хп, кстати, я вообще урон не получил. Ни разу. А он на тебя вообще забил хрен, потому что... Здравствуйте, Какус. Какус. Не хотел взять 60%. Это сын Гефеста, и он людоед, говорят. Видишь? Кого? Сын Гефеста, а ты над ним смеешься. А, это... Ну то, что это сын Гефеста, не значит, что над ним нельзя смеяться. Гефест так-то крутой мужик. Неужели это про хилу? У тебя было такое при прицеливании огнестрельное оружие наносит двойной урон? Да, было. У меня это даже сейчас взято, по-моему. Блин, или может в окружении лучше взять? Блин, нужен ли мне про хил? Ты, конечно, нужен. Клёвый. Я тогда не смогу хильнуться сейчас. Ну, поубиваешь нормально. Ну, надеюсь. Блин, при прицеле я же не прицеливаюсь. А, лучше в окружении возьму. Больше для милишника. Укид, кладбище или что-то такое. Поищите секреты. Да, это первая лока, здесь нет ничего. Ты просто возвращаешься в первую локацию и как бы в разную дверь идешь. Гефестом весь Олимп смеялся, над сыном получается отцовское наследие. Жесть. Я готов. Ну, пойдем. Ты все еще помнишь, что существует механика метания кинжалов? Не, с автоматом что это такое вообще? Блин, тут что-то страшно. Что-то посидит в труд сказал. Дает какой-то самонаводящийся выстрел. Посмотри. Средняя кнопка. Локу. А что не брони вот такие? Потому что я им броню дал. Походу, так, бежать? Ладно, вперед просто, походу. Хотя надо еще секрет не забывать искать. Блин, везде еще музыка главная разная, да. Балдеж. Да, кстати, тоже другая. Ну не метол, правда. Пока что. Да, ну приятно. Устрицы какие-то. Ракушечки.
Здесь, кстати, можно секреты же еще поискать. Да, да. По идее. Надо ли? Нам бы пройти как можно быстрее, пока не вылетело. Я нашел секрет. Меч. Серьезно? Да. Кавураки. Кавураки. Серьезно, в такой локации? Раков захотелось? Кушал раки когда-нибудь? Нет. Я не люблю морепродукты. Что-то рядом с тобой побегать, щит тебе дать? Ну, неплохо, конечно. Жесть, морепродукты не любят, ест раз в день. А, кстати, там раки-то на нас бегут. Ты их видел? Ну, они бегут. Так, а нам что-то надо сделать, уничтожить, поглотить Эйдолона. Ой, большая ебака. О, это дотер! Блин, это он убежал. Ты серьезно? Нам надо за ним. Ол. Я что-то пытался в него попасть, но... Как-то не до него немножко было просто. Давай щит. У меня нету. У меня есть. Держи. Глянься. У тебя щита нету, ты что, расходники не восстанавливаешь после битвы? Да я забыл. О, хпшечка, ура! А, у меня щит закончился. Так, ты уже спрыгнул? А, да, я спрыгнул. Это что ж такое, войдите в катакомбы? Блин, а мне нравится музыка, по-моему, балдёж звучит. Давай в другую сторону. Давай. Врагов убивайте, хиляться надо. Ну я бы рад. Ну, тут нет, давай-ка все-таки назад. Че тут ничего нет. Я бы рад мобов убивать. Да я вот их стреляю, и у них остается чуть-чуть, и ты их добиваешь. Можно в обратную сторону делать. Я стреляю, вот там бомба большая. Там по-любому секрет пропустили на большой площади. Вероятно. Это возможно. Нам еще разок пройти, типа, да, мету всю донести, пока игра не вылетела. Ну, тут... О, можно же кинжалами добивать. Мы еще добежали. Да два раков просто, они вообще тут скрываны. Ой, я же еще отравляю. О, вон большой рак бежит. Да, вижу. Мимо. Чужим на тебя-то все. Все убили. А, понимаю. Не вовремя, да. Это, кстати, его меч лежал. Вот да, вот мы про них и почитали, про этих раков. Блин, у него прям во всем везде броня. Блин, больно. Я к тебе. Я сейчас сдохну. Я сдох. Щит. Так, риснуть я тебя, так понимаю, не могу, да? Вы серьезно? Чего? Ой, жесть. Чего? Когда сдыхаешь, всю прокачку теряешь. Жестко. Тиан подставил. Да, привел его ко мне. В смысле? Я в щит бежал. Коромысли. Блин, а можно маленьких слабых монстров, чтобы я, типа, похилился? Типа, я бы даже вот прям тут постоял бы. Еще и половину золота потерял. О, все, два хп есть. Даже больше половины, по-моему.
Да, если еще одна такая ебака придет. Вот я не знаю, бежать или... Стоп, а почему? Куда меня вообще иконка ведет? 5% голды потерял. Ню. Постой, придет еще один коварак, да-да-да. Ну вот сейчас вот сюда придет, и чё? Да, сейчас. Блин, летающий саркофаг. Запрыгивай на него. Слушай, ты думаешь, что это плохая идея, ведь отлично. Если он скидывает, жаль. Короче, если вылезет коварак, я врубаю щит. Просто Аладдин прокачался. Ковра до саркофага. Ты спектейтишь, да, получается? Да. Ты меня предупреди, если появится дота лицей. Окей. Слышь, ты отвалить от меня. Блин, вот такой прикольный вот. Блин, дымок такой оставляет с тобой. Так, рывок, ага. Я ж, по-моему, расталкивающий взял. И все это под такую гитарку. Да блин, снайперка вообще не окей, все-таки. Мобов слишком много для снайперки, которая убивает с нескольких выстрелов. А, они все застряли, лол. Лучше бы я их не убивал, и они бы там так и стояли. Мне кажется, у пулемета урон такой же, как у снайперки. С патронами. А тебе говорили, бери пулемет. Ну я хотел побегать, мне все же с пулеметом гонять. Ну да, я тоже следующий буду снова и с новыми пушками играть. Там краб у тебя под ногами. Угу. Блин, там... А, это... Нет, я подумал, что там этот... Секретка. Какая-то долгая повозка довольно. Охренительно долгая, да. О, нет. О, дота лицей. От него вообще дефает? Ты пробовал? Да, дефает. Вообще там вместо щита есть другая биочка, тоже очень крутая. Которую включаешь и... Он когда-нибудь умрет? Если за 15 секунд убиваешь 6 мобов, то хиляешься. Да, прикольно, кстати. Но я не знаю, один хил, по-моему, не спасет вот от этого, вот. За 15... Ну да, типа... Когда самое сильное здесь, это одна элитка, а не обычные мобсы маленькие. Ну так-то да. Блин, барьеров больше не осталось, надо новые это выбивать. Там раки рядом со мной не бегают, нет? В смысле я в воду, а что здесь делать? Похоже на... Подождите, всё. Гроб, отправьте его дальше. А, ладно. И босс вылезет, да? Пните гроб. Что, реально похороны какие-то? Тебя. Тебе пассивку дали? Кого? Пассивку. А, нет. А мне дали. Мне только ачивку дали. Боевое построение клин рядом с другими игроками, наносить двойной урон. А еще у меня деньги в плюс тикают, пока ты выбираешь. Возьму, да. Это я возьму. Да в смысле еще враги? Вон я вижу уже дырень. Сейчас посмотрю, здесь нет секретов. Вроде нет, ничего, я тоже камерой так покручиваю. Угу. Это от третьего лица, типа, да? Да, я от третьего. Ты упал. Да, хватит! Если это не конец. Пожалуйста! Где конец? Че, как вылезет коварак, что я делать буду?
А, вот он, конец. Блин, может здесь секрет. А, нет. Да, вроде. Дзинь, дзинь. Блин, они умирают от яда, короче. Пострелял по ним чуть-чуть, они сдохли. Бля, я твой. Понимаешь, я тоже на одном хп был, когда ты сдох. Я живой с одним хп. И мне дали карту. Восстанавливает здоровье всех участников группы после достижения следующей цели. Или просто себе все хп отрегенить. Знаешь, мне кажется, я буду жаден и просто себе все отрегенить. Да, регень, давай. Ага. Так, обновить расходуемые, да? Блин, долго, конечно, охренеть. Долго, да. Ну что, пойдем? Пойдем. На следующий раз Кварака попробовать с лазера поубивать, если ничего. Можно было, кстати, не регенить хп, а просто деньги домой отправить. 6 тысяч? Мне бы это пришло, блин, я бы с радостью. Нет, я хочу со снайперки до конца. Я вот буду жадным и деньги отправлю. Как только, так сразу. О, здесь опять крабики эти. Да. Вау, ну это вообще дум пошел. Угу. О, не, о, нет. Я кидаю. У меня есть барьер. Я уже кинул. А, у тебя тоже, да? Я тоже кинул. Слушай, это ты его уничтожил или я его лазером так сильно пробил? Я не знаю, честно говоря. А, еще один. Возможно, и то, и другое. Возможно. Еще один! Да твою ж! А возможно, они здесь просто спавнятся. Да, возможно, они здесь никак, боссы. Это плохо. Это отстой полный. Я тоже полетел, пожалуй. Так, а что у нас? Доберитесь до водоворота. Поищите статую, чтобы не отпускать. Кого я упал? Куда я упал? Где мне лестник? Где я? Я не знаю, где я. Я тоже упал. Сейчас я к тебе приду, не переживай. Командная работа называется. Да. Блин, там Кварак вроде бы. Может, у него уязвимость к лазерному этого Кварака? О, тут, видишь, вот сюда можно еще прыгнуть дальше. Пойдем. Пойдем. Слушай, это Half-Life. Миркзен. Да, похоже. Мы здесь перепрыгнем? Да, походу. В смысле? Ты по ним прыгаешь, а они падают. Они разовые. Но в этой логике почему-то хп не теряется при смерти. Юра, спасибо за пол, спасибо. Ну кого появились обратно? Направо? Не, ну справа там какая-то статуя была, а так, а может нам и туда, хрен его знает. Ну нет, ну я опять упал. Ну я могу на... Просто убегаю. Я не знаю куда, я просто куда-то бегу. По статуе, типа ее сбить. Да не, ну мы лучше все в одну сторону побежим. Блин, ты далеко там уже добежал. Но у меня мобы не ресурсятся, поэтому я пока что. Довольно спокойно бегу вперед. Он окей, сбит, я прокинул статую. А, вижу, да. Блин, текстуры травы лежат. Думаю, кто меня бьет? Это крабы. Вернее, висят на воздухе. У меня тоже начали враги резаться. Как-то. Это хорошо, потому что мне полегче станет. Да, наверное. Вижу у тебя текуса этого сзади. Ну нету его, все, забудь. Он остался на другом острове.
Главное не упасть. Статуя. О, по торсу ему прям. У него глаза светятся. А что, в левую дверь еще зайти? Тут смотри, тут есть куда-то вообще туда. Там этот появился. Понял. Я спрятался за лазером. Слушай, лазер его просто уничтожает, походу. Не знаю, может реально ты, конечно, но... Может быть лазер. Победите кого... Ага, нет. Я кинул. Я левого. Так, он... Я не знаю, он ваншотнул все. Да, походу лазер их убивает. Окей. Okay. Лазер нагревает ему броню, и он об нее горит. Все логично. Логично. Чат всегда все логично. Он лобстер, его можно потом покушать. Блин, тут еще один. Хотелось тут секрет типа искать. Только я. Я, пожалуй, щит кину еще раз. Но на самом деле я не в броню стреляю, а в шею, поэтому. Так-то мне везет только если много выстрелов в шею попало. Он умирает. А чё, ты просто толкнул статую, да? Да, у тебя есть щит? Есть. Может, просто... Ага. Может, это убежим? Да, пожалуй. Ладно, я его убил. Рак вареный. Что за взрывы сейчас были? Ну, он за нами бежит. Ну, того я убил, это новый. Извините. У меня щитов больше нет. А у меня есть. Ну, допустим. Жаль. Блин, и еще один заспавнился. Не, четкого раки полный отстой какой-то. Да, полковой раки что-то жесткий прям совсем. А нет. Они просто спавнятся, да, без они конца. Просто спавнятся. Ну, нужно просто бежать, бесполезно их бить. Да, и убивать обычных мелких мобов, чтобы хилиться. Он за мной бежит. Буду уклоняться, чё. Хорошо. Броня появилась, отлично. Мне кажется, я его почти убил. Ну, на вот я в лицо. Ой, зря ты это. Он реально меня согрелся. Я так хорошо против него бежал, человенка. Спокойно, уже таймил свое уклонение от него, там вот это все. Угу. У меня щиты есть. Ну сейчас мы войдем сюда. Как сейчас сложно чат читать в этой игре? Да вообще невозможно. Ну, сварил рака. Хорошо. Блин, ну вот этих мелких стрелять со снайперки, это вообще издевательство. Есть еще щит? Да, есть еще щит, сейчас как только, так сразу ставлю. У тебя есть щиты? А, у меня еще два. Да, у меня есть щиты. Я, короче, еще ставлю. Давай еще. Может, с каждого коварака выпадает. Щиты лишними не бывают. А еще если стоять, закончилось. Вот он геймплей. Нет, я конечно могу их убивать, но
Мне надо убивать мелких мобов, иначе я не хиляюсь. Вообще главное летающих убивать, они очень бесят. Обычные раки нужны. Так, ну походу нам надо дальше бежать, да? Побежали? О, видимо, да. Нам походу на прыжковую на эту. Ты что-то увидел? А, это гигантская прыжковая. Да, это гигантская прыжковая. Сейчас тебя собью. Да иди ты. Еще одно такое же место, походу. Отвратительная волка. Каждая следующая длиннее. Да, они какие-то долгие еще, жесть. Да, мне вот стреляющих, не, летающих, вернее, не так просто убивать. Проще крабов постреливать снизу. Ну, а я вот, наоборот, крабов вообще не могу, а летающих нормально не шотаются. Их бы только увидеть. Не надо, пожалуйста, Текус. Текус Крабус. Пишите, давайте. Нет. Так, и что нам делать это с этой статуей? Ну чё? Просто пострелять по ней? Судя по всему. В смысле, и чё? А, она опускается, всё, окей. Я по щиточкам стою. По щиточкам это я добрее. Соберитесь так. На платформе. Ну я собираюсь. И сверху. И так и сойдет. Цель достигнута. Ну-ка. Кинжалы взрываются. Да какие кинжалы, говно? О, может, домой деньги отправить? Я себе скорость передвижения. Да как оно тебе падает? Почему мне не падает карточка, которая деньги оставляет? Я, пожалуй, перевод средств сделаю. Как ты стал? Я буду слабым, непрокаченным. А ты будешь тащить. О, кодекс. 1100 данки. Так, кодекс. У меня 0 барьеров. А там был Ромикс 2 после рывка на снайперку. Но я взял перевод средств. Rock and the hard place. Да какая ж долгая... Да. Так, восстановите расходники. Это мне надо. О, это я согласен. Я банку селитры случайно взял. Блин, чё, серьёзно? Я больше половины убийств в голову сделал. Жёсткий. Я жёсткий, получается? Получается. У тебя какая-нибудь автонаводка, по-любому. Ну чё, погнали? Погнали. Ну чё, да, ещё не предъявили. Сейчас босс, наверное, будет. Ну вот это уже выглядит как конечная какая-то. Карциноса. Блин, я без щитов, конечно, вот грустно. Теперь только тебе их кидать. Тебе назад? Чё, там что-то было? А. Она типа спиной была? Да. А, не, двусторонняя вроде. Ну да, это явно последняя лока. Посмотри наверх, очень красиво. Вау. А ведь 90% игроков наверх даже не посмотрят. Да. Casual. Да я не могу, ребят, хилиться. У меня перк, который не дает мне хиляться. Да, то же самое. Без одной хпшки. Ой, зря я сюда зашел. Это что за шик? Там темно. Ничто, что тебя же его отобрали, но слева он показывается. Точнее, справа. А у тебя все перки типа забрали? Да, вроде остались. Они что-то сожглись, но вроде остались. Ну да, странно. У меня показывает, что у тебя как раз таки исчезли.
тебя типа феникс и перевод средств. Все. Не, ну терять перки, это, конечно, полный пасос. Музыка нагнетающая. Ну, щит-то у тебя накопился? Да, значит, нет. Нет? Ну, значит, не работает. Нет. Значит, тебе надо было похилиться. Да, нет. Крабус? Да. Крабус Максимус. Это дотер-киберспортсмен. Походу, ему надо стрелять в желтые точки. Да, скорее всего. Ты ему лап подбил? А, она просто исчезла, почему-то. Карциноз. Давайте, окей, чат, что за карциноз? Ты гугл? Атаки у него непонятные. Говно. Почему маленькие кролики бегают? А, да, кстати. Я не знаю, что это чат. Спасибо за инфу, кстати, про маленьких крабиков, потому что я их убивал и ускорил себе автомат и... Так, еще минус лапка, он совсем упал. Блин, ты смотришь на эти модельки, как они двигаются, конечно. Такое... Просто в него, я понял. Такое инди. Вроде поначалу как-то... Ну, вот эти гигантские крабы. Трое мрачных воды повержены, кто мог бы воспрепятствовать твоему продвижению? Ого, да, продолжай. А очень близок к месту, отведенному для тебя в золотых залах Элизия. Корона третьего обоа. Корона третьего обоа. Увеличит количество восстанавливающих кинжалов. В один раз поглощает смертельный урон. А, кстати, взрывающиеся кинжалы, это, оказывается, какая-то лего. Типа, они... Я так и не понял, они как золотым они определяются. Вот эти рамочки, они не совсем понятные. Какая из них и более редкая. Мне все еще не приходит вернуть деньги, а если мы не убьем финального босса, я все потеряю. И следующий забег снова продолжится этой же оружкой. Я завис! О, нет. Нет, почему? Зачем ты это сказал? Ну, было очень весело. И по иронии, я завис, и у меня на экране, как я беру перк, называется «Щит жизни». Да. Пофиг, деньги спас. Тоже логично. Угу. А кто-то не спас. Yeah, о, какие длинные забеги, и оно зависает. О, ну, в принципе, понятно, зачем пропускать парочку боссов. Да, без перков ходить. You will have unlocked a crown to skip after the crab. Yeah, but I cannot buy it. Well, my friend can, but okay, whatever. Ну давай, слышишь, говорят, что мы открыли корону, чтобы скипнуть краба, тебе надо ее просто купить. Давай попробуем. Говори, код комнаты. Да, я сейчас, у меня еще игра зависшая. Only one of you needs it, okay. Well, it's the second time my game freezes and I don't get any meta progression coins, so... Что там, что, разрыв сидит? Не знаю. Может быть. Ну, типа. Эй, Трикс. Здорово, Триксу. Ну, at least I have chicken, да, как говорил Лерой Дженкинс. Угу. По крайней мере, у меня остался автомат. Давай, 4-1-5. Угу. 8-3-9. Не удалось найти сессию, не знаю. Мне перезайти не надо. Да, тебе, наверное, опять перезайти. А я пока закуплюсь
Новую пушечку открыли, византийскую. Ладно, мы смотрим контент с новыми пушками через тебя, все нормально. Византийская пушечка. Надеюсь, мне теперь хватит денег на корону. Будем корону брать? Бери, слышь. Я не хочу все это по третьему разу проходить без меты. Корону прям после краба. Да, прям после краба. Прям после краба. Хорошо. Повторяй свой код. Ну вот, теперь я без молнии буду играть. Из этой короны. 4-1-5. 8-3-9. Здорово, Лик, здорово. Да, похоже на огнемет. 6 монет. Е-е-е-е. Ой, я не знал, я тебе тикнуть, нет, оказывается. У тебя 6287, а у меня 243. Я тебя, оказывается, могу тикнуть. Тут написано пнуть. Ля, у тебя ракетница. У меня ничего. Купить за 200, убейте 15 фурий с помощью револьвера. Да не могу я револьвер открыть тебе. Вот еще можно взять. Интересно, может, колечко какое? Да, у меня, кстати, 90% аналогов есть. Удваивает заряд расходных материалов. Каждые 60... А? Есть корона, которая каждые 60 секунд дает вам и ближайшим союзникам щит, который угощает один удар. Где ты такой нашел? О, да, я вижу. Прикольно. Я бы, конечно, взял, если бы мне не нужно было брать корону на стип уровней. Да, да, да. Может, мне с панусом походить? Давай не будем. Византийская пушка, 11 тысяч. Понятно. Борей. А это тот самый из Геншина? Все, я готов. А яд как готов, ух. Ну да, тебе готовится долго. Да. Я, наверное, ни в одной игре столько мяты не терял, сколько ты же сегодня. Может быть, мне надо было создавать игру? А то вдруг перевод денег тебе бы начал падать. Прикольно. Yeah. А почему первый уровень? Не факт, что первый, но может быть первый, не знаю. Точно корону надел? Там точно написано скип после краба? Корона третьего обова. Ага, ладно. Ну ты активируй, а там... А, может? Вот телепорт. Походу. Точно, да. У меня все черное. А-а-а! Да, все черное. Я падаю в небе, в текстуры. Ладно, я упал в текстуры, и все нормально. Нам предстоит еще одно путешествие в узкое ущелье. Да мы каждый раз входим в узкое ущелье, когда возвращаемся. Нашел здесь что-нибудь? Не, пока ничего. У тебя красивый автоматик. Такой же. Ну это не автомат, это огнемет. Это огнемет это? Ты меня не под... Блин, ты вообще за тобой ничего не видно. Вот у меня игра еще не зависала ни разу. Ну, так это просто ты вылетаешь, и из-за того, что ты вылетаешь, у меня игра зависает. Конечно. Стульчище. Это для лекций? Чтобы их, это чтобы на них сидеть. Помнишь, пики были? Под врагами, которые можно заспавнить. Я понял. А это второй стул. Стоп, это что, храм Зевса? Да. Не, ну это статуя. Похожа на Зевс. Хотя с вороном каким-то. Похоже на Одина.
Это как в этом... Зайдите на судно Харона. Сейчас анимешка есть, этот... Какого, Хроники Рагнарёка, сейчас второй сезон вышел на Netflix как раз. А что-то можно выпрыгнуть, что? Окей. А, так мы на улицу и идём, всё нормально. Не, ну, конечно, можно пробежать. А вдруг тут секреты, блин, аж... Жесть, мы сели на корабле поплывём. Большая статуя Цербера, красиво. А вот наверняка где-нибудь какой-нибудь сундук тут на берегу, где-нибудь далеко, вот в самом да, углу. Да-да-да-да-да, либо в одной стороне, либо в другой. Меня от этого рассвета, видимо, RTX-лучи ломают видеокарту. А, грести ты будешь? Физический труд — штука полезная. Игорь, бро, привет. У тебя стиль, будем успокаивать связь. Здрасте. Извините. Да. Ты только что наших грибцов убил. Блин, мы реально походу грести. А, поднять паруса. Вернитесь на верхнюю палубу, ладно. Как раз список желаемого добавил, но еще думаю. Ну, а, понятно, миссия с лифтом, клево. Да мне кажется, даже на разок игру пройти все равно прикольно. Разок неплохо, типа, блин, дороговато, конечно. Что там, 500 рублей в России? Да не, 500 рублей норм. В целом, ох, да. Ну, по графончику, конечно, индюшатиной. По некоторым анимациям, типа боссам тоже, да. Ну, в целом играбельно хотя бы, то есть неплохо. Это знаешь, интереснее многого, что выходит. Ну, Форспокена, например. Блин, вес его смешной. Блин, урона вообще нет. Если раньше там был, короче, увеличенный урон, X2 рядом с союзником, там яд был всякий. Черепахи всякие. Да, черепахины. А, и, кстати, у меня банка с огнём. Я ничего не вижу. Так я тоже. Ты когда стреляешь? Главное периодически ногой тыкать. Прям в огонь. И нормально. Еще можно стать с краю и просто стоять. Блин, не, стреляющие же враги сейчас появятся и... Там чё, просто бежал с копьём и упал. Да, я её. Ты, наверное, тоже смотрел. Диван что-то на богатом рассказывает про лучи. Ай, не говори мне. Не, я на самом деле не уверен, есть здесь RTX этот, или нет. Здесь... О, нет. У тебя есть? Есть. Убито. Кстати, горит неплохо. Да нет, мне кажется, лазером убивается неплохо все еще. А ты лазером стрелял? Ну да. Вообще не видно было. О, маги пошли. А, да там не еще один, да? Там еще один. Я тебе говорю, я случайно вместо щита взял горящую гранату, поэтому... А, да? Да. Что ж. Это ты не очень хорошо поступил. Он все-таки сгорел. Банка селитра. Опустите якорь с помощью шпиля. О, тостер, тебя все-таки заставят в шпиль играть. Дядька Эдлич, хорошо, мерзь. Мы как раз успеем игру допройти. Наверное. Пойду резик играть четвертый. Я в текстурах. Помогите. Вылезай. Вылез. Там я в нос корабля как-то залез. Ты знаешь, я не уверен, что
Пойдем. Мы успеем игру пройти, потому что до конца ощи там, походу, еще немало. Ой, я вижу кодекс. Ты видишь его? Да, я вижу. Поплывать можно? Понятно. Нет. Одновременно, кстати, судя по звуку. Не, я за тобой наблюдал. Показалось, два звука было. Блин, тут эти матросы появляются, но они типа френдли. Старый резик играть. Ну, мы посмотрим. Жесть. Это жестоко. Були просто. Бля, тут пиявки какие-то или змеи лежат. На меня чат уже ругается. Что за буллинг чела? Буллинг бомжиков. Стартер. Ну все, это финал. Видимо, Каиду пришли. Вообще ничего нет. Думаю, видно было бы издалека. Они пришли, короче, молиться над своим друганом, которого убили, смотри. Которого я убил. Ну да, кстати. Прикольно. Смотри, это, короче, получается Хейдес, только наоборот. Мы возвращаемся. Да-да-да. Тартар. Загрей ушел в мир людей. Набрал, короче, пушек. Побольше. Вернулся. Нормальных оружий, наконец. Хотя у него там была винтовка. Анти-Хейдес. Эх, Хейдес 2. Побыстрее бы. Восстановить и пнуть сразу же. Ага. Ага. Звучит как концовочка. В смысле, отдай мне свои донати. Мы не прошли одну локацию, чтобы вбросить все мои деньги бесплатно. Чуть-чуть. Причем не прошли максимально легкую локацию. Да, абсолютно изейшая какая-то. С мобами первой локи. Тож. Ну, я, знаешь, на сложном я уже потом перепроходить не очень хочу. Так, да. Да. Эта игра скорее реально вот именно пройти ее разок. Ну, да, разок. На перепрохождение, не знаю, хоть рогалик. Ну, опять же, зависит от того. Пришли просто чего в буле тут всех. Угу. Зависит от того, насколько сложно проходить в соло и... В соло я дальше 4 уровня не дошел. В коопе, видишь, черепахи эти падают, щиты насыпают тебе, и ты такой, а, да. Щиты круто, спасибо. Да и просто проще. Угу. Пока один бегает, второй стреляет. Оп, молека. Deliverus Mars не планировал. Вообще не очень люблю космоигры. И хрен знает, что это. Это босс из Dark Souls какой-то. Ек. Выглядит жестко, у меня огнемет милишь. Аааа, ФПСы. О, на ногах тоже штуки есть. Да, 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 вижу. Так, с бродящих колокольни. Он зак? Эак. Эак. А почему я? Это что так. Я ему сделал? Так, походу первую фазу мы побили. Да, я не знаю, куда его стрелять теперь. Пока что мобов убей. А ему походу в лицо стрелять, в колокольчика этого. А, может быть. Там. Да, я разок выстрелил. Походу его нужно повалить и стрелять туда, пока он... Тут очень много магов, которые как бы стреляют на опережение.
Это вот эти вот челики. Зря мы, короче, их гнобили. Они нам теперь в лицо настреливают. Ты там весело, я чуть магов бью. Ну, много магов он бьет, хорошо ему. Тебя от них... О, крабы, кстати, тоже. Вылазили. Я его повалил, походу. Или нет? Мне это не нравится. Выстрелите из баллисты, ясно. Из двух баллист, судя по всему. Боже, как феписы-то просели, отвратительно. Слушай, а крабы что-то не наносят урон, что-то пытаются отравить и все. Ты выстрелил из баллисты? Да, выстрелил. Кажется, ему не понравилось. Ау! А, это он на меня согрелся? Чувствую в 2007-м. Да, есть такое, реально. Просто вернулись в детство поиграть в шатанчики. Пиу-пиу. С этими боссами, знаешь, большими вот этими всякими. Когда еще шатаны были такими, что стоять на месте невозможно, ты постоянно прыгаешь, чтобы увернуться. Такими, что как бы самый популярный жанр. Ну да. Боже, ведь... Блин, у меня один хп, а скоро ты один будешь набираться. Классно. У тебя что по хп? Три вида. Держи щит. Спасибо. А, у него на пузе уже не осталось на росте, как надо. Блин, вообще ничего не осталось. Опять баллисты. Баллисты. Ну, у меня врагов здесь рядом нет, поэтому я спокойно стреляю. Или нет? Ну, я почитал. Я не увидел выстрела, она как-то не зарядилась. Ну ладно. Подумал, что ты что-то набирал. Вы просто слабо, ни разу не увеличили количество врагов, чтобы нормально зарабатывать. Чтобы нормально вылетать из игры, да, еще. Okay. Отлично, отлично, а то я застрял. Да, да, я тоже. Ко мне. Это вторая фаза. Новый Пейнтиллер, ну... Праведный. Чем-то похоже на Пейнтиллер. Только рогалик. Ну, рогалик. Ууу, душка пошла. Рогалик, рогалик. Татуированный, кстати. There is no place for you in Elysium. Видимо, мы что-то сделали не так. Это плохая концовка из-за того, что мы не прошли полностью испытания. Из-за того, что мы скипнули короны и обола. А прикинь, реально на хорошую концовку можно пройти только если играть с самого начала, с первого уровня. Да, чё-то мы далеко друг от друга. Да, чё-то мы далеко друг от друга, это вообще дум какой-то реально пошёл. Да, упивайтесь своей жадностью. Я сдох. Серьезно? Подожди, ты меня убил, что ли? Нет.
Я даже не знаю, что меня убило, и теперь у меня камера делает рейв просто. Прими свое наказание. Кто ждал? Не буду я принимать свое наказание, я буду стоять под щитом. Благодарите продажных священников. Оплакивайте жизнь, которую когда-то имели. Ты, короче, играй, я буду за тебя читать. О, отлично. А камера у меня делает просто какой-то... Дичь. Византийская пушка игрока Джонатан Тойстер не приведет в Элизиум. Понял, в Элизиум приведет только поломанный меч. Джонатан Тойстер — оскорбление орфизма. В смысле? Хорош мне булить игра. Джонатан Тойстер, твоя корона третьего боба не делает тебя царем. Вот так вот. Блин, походу реально на нормальную концовку нужно что-то сделать. Искупи свои грехи. Да, камера слэмит под музыку. Убивайтесь своей жадностью. Я тебе говорю, под нормальную концовку надо все испытания Орфея пройти. И походу реально всю игру с самого начала. Ну да. Раз уж про корону сказали. Еще, возможно, какое-то оружие нужно определенное, но это уже прям совсем метеориты что-то. Метеориты падают. Вот метеоритом тебя и убило, кстати. Да, возможно. А как я должен был узнать про этот план? Ну, посмотри наверх. В смысле, тут колонны повсюду. Они, кстати, рушатся по чуть-чуть. Красивая статуя. Я не знаю, в тебя стреляют лучом. О, здрасте. Че, босс? Это первый босс. А, первый босс, да, вижу. Ты что, первый босс? А у тебя щит работает? Как его убить? Ну, камера, у тебя осталось 3 неразбитых колонны. Живи давай. Да я не достаю. Благодарить этих продажных священников. Эти продажные священники. Спасибо, продажные священники. Спасибо. Спасибо большое. Если игру реально надо пройти на мечах и кунаях, это... Это жесть. Все, она умер, да, да. А это по нему колонна не собирает не собирается ломаться. И игра хочет, чтобы я помер. Ау. Нормально мне прилетело на все лицо. Блин, все еще 3 колонны и не ломаются. Что-то только что сломалось, но... Сломались маленькие колонны по краям, похоже, одна штука. Может, ты это сам их ломаешь? Тоже возможно, кстати. Попробуй пнуть колонну. Ты рядом с ней стоишь. Ну, сейчас понимаю. Новые начали ломаться. А, кстати, Саракос игрока Тианками тоже не приведет в Элизий. Это так. Ага, сверху слева. Она писали. Тоже вылезла в конце сам. И титры есть, значит, прошли. Да, да, титры. Это прям как на РГГ у нас было. Ага. Добрался до титров. Есть концовка. Не, ну мне кажется, реально есть какая-то концовочка особая. Да. Не просто штаб все эти надписи. Дэм. Что такое хипарчия? Епархия? Епархия? Это... Не похоже на что-то, что должно быть в
компаниях, которые делают игры. Все, игра пройдена, идем в Скау, в Ретрополис. В Астравасент. В кого? Или в Астравасент. Now we can go for the good ending. Yeah, we understood that it was a bad ending. Ну вообще мне правда понравилось. По-моему, молодежно. Да, нормально. Что-то скипнул, не? Нет, скипать? Так нельзя скипнуть. Скейп можно я нажать. Я могу тебя я только типа вытянуть и спать. Ясно. Могу войти в Эпик. Травосент — это про зодиаков? Да, там коопчик есть. Какой вердикт игре? Да неплохо для индюшатины. Покоопится весело вполне, мне кажется. Соло, мне кажется, да, скучновато будет. И, наверное, ну, там можно с рандомами играть, типа открытый сервер. Открытый сервер, ну да. Но это немного не то все равно, конечно. Ну, да, да. А так, да неплохо, много пушек вроде бы, всякие задания есть, там, ну, пушек поделать. Пушек, кстати, ну, очень помните. Много. Да, пушек дофига. Вроде прошли игру, у меня 4 или 5 еще вообще даже не открыты. Mm-hmm. Где-то пропустили. Хотя я догадываюсь, где мы там, много где пропустили. Да, если бы она не вылетала, типа, мы могли бы еще, наверное, собраться. Но я без мета вообще не хочу. Я бы тоже хотел с другими пушками там побегать. Все. А так, опять будем бежать, бежать, бежать через фулл локу, зависнет и все. Mm-hmm. Русский Project Manager, смотри, Евгения, думаю, Александр Мазур. Маргарита Калбли. Вчера купил и почти прошел, а я плохо в экшен-рогаликах. Ну, на нулевом возвышении вроде Astral Ascent не супер сложный. Ну, там без меты такое. Вообще, да, вообще там мета сильная довольно. Я зашел, и я даже ауру могу только одну взять. Джейс, одной ауры вообще посос. А тебе точно на фоне кто-то гавкает? Да, волны, волны. Не, у меня волны. У тебя чё, гавкает? Я не знаю, какой-то вшух. Да, ну вшух — это волны бьются об остров. Ваше путешествие вблизи. Ваше путешествие провалилось. Нет, это твое путешествие провалилось. Да, зависающее. А мы нормально все сделали. Рогалик. Ну не, ну, опять же. Вы изгой. Войди в портал. Слушай, ну даже с автоматом нельзя, чтобы на хорошую концовку. О, кстати, смотри, вон там наверху есть штука, которую можно взять. А как ее взять? Где? Вон там. Типа предмет на полет. Ты говорил, у тебя там какой-то предмет был, который летать давал. А я не вижу никакой. Сейчас сюда идем, вот отсюда вот видно будет. Вон там вот collectible. С той стороны. Чего? А как это забрать? Ты же, у тебя не, же был у какой-то у, полет там. У что-то, меня не полет, у меня чисто зависание в воздухе. Кого? Фокус цыганский. Да, я тоже не знаю, как это взять. Rocket jump. В лобби стрелять нельзя. Я, кажется, нашел. А кто-то я могу. Здрасте. Ого, что он тут сидит, расселась. А... Погоди, что? Она и тут, и там? Ну, это разные. Может, это та, которую мы спасли в третьей миссии? Возможно, дать тебе совет, пока я помню, не забудь поделиться им с... другими еретиками, которых встретишь по пути. Может казаться, что... Жрица алтаря искренне готова тебе помочь, но ее мысли и действия давно стали нечисты. Она забыла саму себе, в результате потеряла все следы мудрости Орфея. Блин, прикольно, что хорошая концовка тут есть. Орфей послал нас сюда и... чтобы мы передавали мудрость Оракулу и провожали таких еретиков, как ты. Ну, она какие-то подсказочки, да, короче, да, да. Дает. Вылези.
Шли века, все мы начали терять рассудок в этой безвременной реальности. Говорит, что нельзя рассчитывать на ту тетку. Угу. О, еще один кодекс. А еще ее можно пинать. Смотри. Где? О, да, прикольно. Нет, откуда ты? Она отправляет еретиков, чтобы накопить свое бесполезное состояние. Непонятно, что она собирается делать со всеми этими деньгами, короче. Если хочешь, чтобы царь Минос был к тебе благосклонен... Во, подсказка на хорошую концовку. Не ищи инструментов, оружия или наставлений жрицы. Путь в Лизе может показаться непосильным без ее помощи, но на нее нельзя больше полагаться. В смысле? Хотите, чтобы с тем осколком проходить, что ли? Всего лишь 6 фрагментов тела Орфея. Принеси их мне, и я восстановлю меч, наверное. Да, восстановлю твой сломанный клинок. Используй только этот клинок, чтобы добраться до... До Элизия. То что там надо сделать? Всего есть 6 фрагментов тела Орфея. Принеси их мне, я восстановлю твой сломленный клинок. 6 фрагментов тела Орфея. Блин, ты допрыгнул? Да, я допрыгнул. Я перепрыгнул. А где их взять-то? Я тоже не знаю. Тетка, а где их взять? А может быть задание выполнять Орфея, типа убей там сломанным клинком мобов и вот это вот все. И он будет восстанавливаться потихоньку. Вот так-то! Блин, прикольно. Немножечко сюжетной щепотки Dark Souls, наверное. Да, прикольно. Но я бы не стал. Ну что это такое, ну? Не с этими вылетами. Уж точно, блин, обычным мечом. Так и тот меч после восстановления имбой будет. Ну, возможно, возможно. Наверное. Ну, вначале понос надо донести до лабиринта, убить 25 мобов, да? У меня еще 5 оружек вообще не открыто. Скорее всего, вообще все ритуалы Орфея можно... Хотя нет, скорее всего, только... Бить... Ну да, Персифония. Богиня смерти. Нет, оно даст какую-то защиту от яда. Один качает обрубок, второй нормальной пушкой сейвит. Не-не-не-не-не, оно дает какую-то защиту от яда, оно не дает кусок обломка. Хз, где их искать на самом деле? Так-то. Да вот хрен его знает вообще. Ну это они круто сделали, мне нравится. Да, это в целом прикольно. Угу. Не, у меня 1800 монет, я могу купить кольцо, удар, урон кинжалом увеличивается в 2 раза. Ей, нифига себе, кстати, нормальная штука. Максимальное количество кинжал. А чё, даже с кольцами? Не, кольца, наверное, можно. Там говорилось, что корона мешает и оружие мешает. Ну, про кольца вроде ничего не говорили. Угу. Что? Поражает врагов мощными молниями. Ты же посмотри на меня. Не, вообще. Видишь, у меня в оружке такой камень по центру в ней, как бы. Нет, нету. А если я пускаю камеру, он мне... Ну, нет. Видишь его? Нет, нету, а что? Он, короче, почему-то из оружия вылезает, он не пролезает сквозь мою одежду и становится снаружи как... Писюн. Да. Да, она, в принципе, выглядит как большой писюн, так что... Ладно, окей, окей, прошли на плохую концовочку, весело. Чё дальше? А че? Разбегаемся. Я пишу еще один кодекс. Да. Как спрятали-то в хабе? Ого. Ну я нашел самый главный вместе с стенкой. Одного кодекса к другому прям, ты посмотри. Еще один? Вот ты прям вот к нему и прыгнул. Да. Жесть. Я достал. Ну, это вроде последний. Да.
Да вот не факт. Ну-ка, что за радамант? Это ритуал Орфея? Орфизм. Собрание разных религиозных практик. Да, в кодексе тут немало можно читать, конечно. Да, дофига всего. Там прям очень много. Вараки. Иммунитет нет. Уязвимость плоть. А, смотри, разные мобы уязвимы к разным пушкам. У железных иммунитет к огню, кек. Иммунитет к огню? Да. Ну, остальных, которые в кузнице, помнишь, бегают? Которые в кузнице, да? Да, да, да. Которые в кузнице. Да. А теперь смотри, квест. Сождите 10 циклопов кузницы. Ну, циклопов же, а не золотых дев, правильно? Урон корпусу, урон конечности. Да, у циклопов нет иммунитета, все нормально. Блин, я активку открыл. Гладиатор и уязвимость к Арбеласу. Известен под именем Арбелас. А че мы в самом конце открыли какое-то интересное название? Блин, ну секретов мы, конечно, не нашли в кодексе. Не нашли очень много. По локам, это просто жесть. Кстати, смотри, как лок здесь много. Да. Я не знаю, мы после... После кузницы как-то спидранить начали. Угу. Как-то быстро побежали. Чтобы я смог вывести свои денежки. Хотя мы после краба... После краба еще 4 локации. Хотя у нас был один корабль и все. Как шпиль, дойди до сердца, но сначала ключи получи. Да-да-да. Да? Как вам игра? Нормально, мне понравилось. Очень неплохо, да. Вполне. Играбельно. Да, очень даже. Вообще, даже не пожалел свои 500 рублей. Я свои бесплатные полученные деньги. Видишь, тебе за 500 рублей мету насыпало в конце. А мне не насыпало. Уковырять уязвимость плоть. Что это значит? Это значит, что ему в шею надо стрелять, как я и делал. Ну, наверное. Да. Хорошо, давай по-другому. У гладиатора уязвимость Арбелас. Это вроде пулемет или что-то такое, не? Это вроде название пушки должно быть. Может, даже топор, кстати. В смысле у бомбовиков? А, у них уязвимость к огню, наоборот, нормально. Ну ладно, чё теперь? Ты там в резик, да, свой пойдёшь? Да, я, наверное, в резик пойду, ага. Ну, в свой резик, а я в свои асценты, наверное. Давай. Блин, ну в асценты надо как-нибудь по... Это, ты мету открой, смотри, а потом можно в коопе зарубиться разочек. Да не, да это странная тема. А вдруг прикольно будет? Ну посмотрим. Да это странная тема очень. Слушай, ну игра сделана для рогалика, значит... Ну попробовать будет. Можно будет, конечно, но по-моему... Ну да, да. Да. Ну ладно, давай. Да, все, спасибо за пати, весело было. Да, спасибо за пати. Давай, пока-пока.